Клубника, сахар, мята, лимон и базилик. Рецепт самого вкусного клубничного варенья. Высокую оценку десерту, приготовленному Аленой Васнецовой, поставили 35 гостей ягодного фестиваля «Моя усадьба», который прошел в парке усадьбы Фрянова. Выбор победителя проходил вслепую. Все конкурсное варенье было помещено в одинаковые стаканчики. Продегустировать варенье и отдать свой голос за понравившееся смогли все любители сладкого. Победительница конкурса Алена призналась, что варенье накануне фестиваля готовила впервые. Нашла идеальный рецепт, как мне показалось. И мы с мужем всю ночь готовили это варенье, потому что варенье варится в основном в три этапа. Все три этапа, все технологии были соблюдены, были добавлены некоторые ингредиенты, такие вот волшебные, которые освежили варенье, которые сделали его не похожим на другие. Все их я указала, прям такой маленький состав. Вот, ну и мое варенье, я считаю, что заслуженно стало лучшим. Всего на участие в конкурсе поступило 18 заявок. Из них в роли вареневара выступили 3 молодых человека. Остальные участники – представительницы прекрасного пола. Второе место заняла Елизавета Любопытного. Ее варенье набрало 31 голос. Третье – Светлана Грин. Победителей и призеров конкурса наградила щелковская компания «Ягодная долина». Очень интересный творческий процесс, который позволяет внести, так сказать, азарт в наш фестиваль. Очень, так сказать, много желающих. И я думаю, что мы в следующем году, может быть, даже расширим ассортимент, может быть, сделаем там малиновое, может быть, там арбузное, что тоже является ягодой. Мы посмотрим. Я думаю, что мы будем с каждым годом увеличиваться, улучшаться, развиваться и радовать людей и клубникой, и массовыми мероприятиями. С концертной программой для гостей фестиваля выступили солисты и коллективы рабочего поселка Фрянова, образцовый коллектив эстрадно-джазового пения «Триумф», танцевальная студия «Терра Дэнс» и другие творческие коллективы. Гости фестиваля смогли попробовать и приобрести свежие ягоды компании «Ягодная долина», домашние варенья, джемы и сувениры. Продавцы и производители делились секретами приготовления вкусных десертов и напитков на основе ягод и помогли участникам фестиваля расширить свои кулинарные горизонты. Для всех желающих были организованы мастер-классы, розыгрыш пиньяты, батуты, аквагрим, тир, фотозоны. Фестиваль проводится второй раз, но уже успел полюбиться местным жителям и заинтересовать жителей соседних округов. Много новых лиц. Я как местная жительница как бы вижу, да, кто знакомый, незнакомый. Очень много новых лиц. И я думаю, это уже приезжие к нам, уже понаслышке, услышавшие, что здесь проходит такой фестиваль. Они приезжают и смотрят. Здесь очень весело, очень добрые люди. Вкусная и варенье. Вот, ну мы довольны этим праздником. Сочный и вкусный ягодный фестиваль «Моя усадьба» – еще одно мероприятие в копилку ярких эмоций жителей и гостей округа. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.